Так, ну что, друзья, всем привет. Ставим плюсы, как меня слышно, видно, и погнали. Так, 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 вижу. Илья, Юрий, Алекс, привет. Привет вам, коллеги. Все, я вроде сел, все включил, все, даже воды поставил. Так. Сейчас, надо собраться, что нам нужно. Да, все. Еще раз всем привет. Сегодня у нас с вами занятие, которое будет продолжением, логическим продолжением веб-уязвимости. Темы наши там в три занятия. Сегодня у нас часть, посвященная уязвимостям клиентской части веб-приложений, то есть части, которые обрабатываются непосредственно у пользователя. И сразу скажу, у нас в анонсе урока указано, что... Я вот даже прочитаю, что там уязвимости клиентской части приложений, XSS, CSRF, CSRF и другие. Сегодня мы с вами посмотрим только XSS, чтобы потом вопросов не было про то, что обещали дать одно, а дали другое. Нет, мы посмотрим сегодня XSS, весь урок посвятим, не уйдем, я думаю, сильно за тайминг, и CSRF и прочие. Прочие уязвимости мы с вами посмотрим на следующем занятии, там кусок, половину, наверное, возьмем и вот так вот пойдем сдвигать. В принципе, в рамках пинтеста сдвинем это, ну, веб-пинтеста, чуть-чуть от следующего занятия откусим с другими уязвимостями. Потом посмотрим на следующем занятии уязвимости серверной части и продолжим. Там у нас, по-моему, идет... Так, секунду, я открою. Открою себе график наш. Там пойдет у нас веб, наверное, Wi-Fi. Так, занятие. В общем, сдвинем чуть-чуть, откусим, если нужно будет, от Wi-Fi пинтеста, и потом у нас там чуть-чуть сдвижка зайдет на социальную инженерию. Но, смотрите, в чем плюс? Я тут с менеджером пообщался, с продюсером, вернее, по поводу переноса. Переносить мы с вами больше занятия, я очень надеюсь, не будем. И у нас дальше времени в рамках курса переносить некуда. И, возможно, если я надумаю дать, допустим, по серверным уязвимостям чуть больше, возможно, где-то вставлять еще одно занятие, ну, это уже не в рамках графика Отуса, а мы сделаем с вами, ну, нам добавят его, но между занятиями. Это чтобы материал у нас сложился, ну, как бы не все уязвимости в кучу сразу и все сразу, а как-то так структурировано и отделять это логически друг от друга. Понятно? Понятно, объяснил свою мысль, свою концепцию. Можно ругаться начинать на меня, но я хочу, как бы, чтобы вам это было в полной мере дано. Алекс, отлично, плюсик вижу. Ну что, тогда... Да, короче, чтобы было и было хорошо. Ну и как-то так. Потому что темы... Ну, еще раз повторюсь, можно уходить за тайминг. Я чуть-чуть не подрасчитал с таймингом, и когда курс составлял, думал, сжатие все дам, но реально тут не влезет сжатие. Ладно, это я согласен, не согласен, я рад тому, что вы меня поддерживаете в этом. Я уже в чате читал. Погнали, не будем затягивать. Сегодня много материала у нас. Так, презентация, кстати, уже выложена в кабинет. Можете потыкаться, можете посмотреть. И еще раз повторюсь, сегодня у нас уязвимость клиентской части, в частности XSS. И по содержанию посмотрим сегодня, что такое XSS, когда они возникают, виды XSS уязвимости, контексты XSS. И у нас будет практика, выводы, и тут не показан еще пункт, будут инструменты. Инструменты, на самом деле, вы уже знаете один, это BurpSuite. BurpSuite помогает, там же плагины, которые вы устанавливали, там есть плагины для поиска XSS. В принципе, через него можно это все находить. Ну, это такой некий ручной метод. Автоматизированное сканирование, оно доступно в Pro-версии.
и все вот эти пейлоды, которые используются для обнаружения уязвимости XSS на сайте, они доступны, предзагружены в Pro-версии в комьюнити, их нет, но их можно ручками достать, и они, ну, это вам на будущее, такая некая техническая составляющая. В целом, по XSS. XSS уязвимость достаточно старая, ну, то есть это не вчера появившаяся уязвимость, и тем не менее, на настоящий момент она входит в топ OWASP, в OWASP топ 10, и плюсом она является одной из самых популярных для получения всяких премий на платформах Bug Bounty. То есть вот это вот ковыряние в коде, кавычить, термин кавычить можете запоминать. Кто-то уже сталкивался с термином кавычить? Кавычить, красноглазить с кавычками и все прочее. Илья, отлично. Когда разрабы, как правило, проверяют, как работает фильтрация вводимых данных на страницах, в своих сервисах, они тоже занимаются этим. Так, у меня что-то пиликает. Пиликает, значит, надо отключить. Так. Серьезные, да, берут на работу тестеров. В принципе, там производится некий фазинг. Это примерно то же самое, что делаем мы, только им дается... Не знаю, пока предложение отключить звук в страничке. Ладно. Это та же, тоже, грубо говоря, тестирование на уязвимости. Ну, это очень утрированно говорю, но примерно, чтобы вы понимали. Только когда ты имеешь приложение в виде куска кода, и ты его просто ковыряешь на месте. Безусловно, такой подход, он имеет место быть, это с точки зрения тестеров, но тестеры могут упускать некие векторы атак, некие поверхности атак. Мы с вами говорили, чем отличается black box и white box, белая коробка, тестирование в белую, в черную коробку, в gray box. И при white box, да, вы придерживаетесь методологии какой-то, вы тестируете приложение на соблюдение всех этих мест, но какие-то явные косяки, явные утечки, которые были бы видны при полном отсутствии данных об исходном коде, да, злоумышленнику, к примеру, вы их можете пропустить. И такое случается. Вот. Погнали. План понятен. Что нам сегодня нужно? Сегодня мы разберемся с тем, что такое, с тем, что уязвимости клиентской части. Не дописал. С тем, что такое уязвимости клиентской части, в частности XSS, разобраться с типами XSS и когда они появляются. Также познакомиться с методами проведения атак. Записки в презентации сразу прошу прощения, если скажете, что кровь из глаз и все прочее, переделаю, выложу переделанную. Торопился, сейчас завал огромный с работой. Вот, и бежал с работы уже к вам. Поэтому как-то так. Сейчас начинает оживать все после карантина, и работы прибавляется с каждым разом все больше и больше. Окей, Алекс, спасибо. Так. В частности, мы посмотрим XSS. Да, наверное, перейдем вот на этот слайд и погнали. В целом, уязвимости межсайтового скриптинга, ну, вернее, XSS – это составляющая такой большой штуки, как уязвимости межсайтового скриптинга, когда, вернее, не когда, эти атаки применяются исключительно на клиента приложения, на клиента сервиса какого-то, да, и опасность этих атак заключается в том, что они позволяют получить доступ к пользовательским данным. В частности, повторюсь еще раз, XSS-атака, она же уязвимость межсайтового скриптинга или кросс-сайт скриптинг. Справа, кстати, картинка на английском, но она, в принципе, более-менее понятна. Является атакой инъекционного типа, то есть это инъекция. Во время проведения этой атаки, осуществления, зловредный скрипт, который может нанести какой-то урон или что-то получить, информацию, внедряется в код сервиса или в код какого-то сайта.
Данная атака возможна, если атакующий имеет возможность ввести свой код. Чаще всего это некий скрипт на стороне клиента, который воспроизводится, да, вернее, не воспроизводится, который запускается и осуществляется посредством браузера, например, тот же JavaScript. И далее страница, содержащая зловред, передается браузеру, никак не экранируя, и не проверяя свежевнедренный, а пользовательский ввод. Это пока такой термин. Сейчас я вам все это объясню. Пока вы можете немножко не понять, не переварить, но это не страшно. Это у нас вход. Если читать слайд, XSS — это тип атаки на веб-систему, заключающийся во внедрении выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода и во взаимодействии этого кода с сервером, с веб-сервером злоумышленника. На самом деле это термин, вернее не термин, это определение я выдернул с Вики, потому что адекватных, наверное, понятий учебников нет, но этот термин, это определение не в полной мере определяет, что такое XSS. Да, безусловно, XSS исполняется браузером, но не обязательно использует вредоносный код на сервера злоумышленника и не обязательно работает во взаимодействии с веб-сервером злоумышленника. Юрий, кроме JavaScript, мы посмотрим, там будут всякие контексты, все прочее. Сейчас покажу, чтобы не забегать вперед. У нас будет так. Контексты, виды и прочие штуки. Мы там как раз рассмотрим, в каком формате это все появляется. Но, как правило, JavaScript. Но при этом не обязательно. Это может быть любой код, выполняемый браузером на стороне клиента. То, что может обработать браузер, это и Flash, это и HTML, и все что угодно. В общем, и такая атака позволяет получить доступ зловреда, то есть в зависимости от того, как он написан, вот этого программного, вот этого кода, да, который исполняется браузером, он может получить доступ, ну, вы сами понимаете, если вы получаете доступ к браузеру и каким-то параметрам, каким-то переменным контекстом и всему прочему, он может получить куки, сессионные токены, может любую другую информацию получить, которую располагает браузер. В общем, в виде XSS уязвимость. Так, это тоже еще рано. А, нет, нормально. В общем, в виде XSS уязвимость возникает в случае, когда как раз, это как раз таки, знаете, есть еще уязвимости misconfigured, но это не совсем то, когда неправильно сконфигурировано приложение, да, но здесь случай, когда не происходит корректная фильтрация данных, передаваемых в запросах. То есть, да, вот если на слайд смотреть, согласно WASP, есть два пути возникновения уязвимости. XSS уязвимости. Первое, это данные попадают в веб-приложение из недоверенного источника, когда, допустим, он ссылается на какой-нибудь модуль, который лежит на другом сервере, и причем оттуда загружает все подряд, ну, доверяя ему, но он является там общедоступным каким-то источником. И второе, отсутствует проверка на вредоносность. Что такое проверка на вредоносность? Это как раз-таки фильтрация. То есть фильтруются специальные символы, фильтруются куски кода. Это отсылка к тому, что мы с вами смотрели IPS, IDS. Это как раз таки, но здесь единственное, не детектируется. Здесь как бы объяснить там. А IPS, IDS — это такая умная система, которая может, в принципе, по шапке дать за то, что вы проводите какую-то атаку. Кстати, IPS и IDS для, ну, это WAF называется, для Web Application Firewall, для веб-приложений WAF. Он может дать по шапке нападающему, то есть заблокировать, порвать сессию, что-то еще. Страница в этом случае, некий примитивный такой WAF, она просто фильтрует и говорит, что а-та-та, вот эти вот функции у меня запрещены, поэтому ты можешь вводить, ну, в поле ввода можешь вводить только буквы, цифры. Все. И если вы ограничены буквами, цифрами, после этого ни запятых, ни кавычек, ничего у вас нет, в поле ввода вы вводить ничего не можете, если фильтруются все остальные спецсимволы,
то внедрять некий код вам будет сложно. Дальше. В случае возникновения XSS, как итог, что мы имеем? Повторюсь. Доступ к cookies, возможность носить изменения в просматриваемые страницы, то есть любые изменения во внешний вид страницы. Вы можете менять местами, что угодно делать, полностью взаимодействовать с тем, что просматривает пользователь. Можете получить доступ к буферу обмена, можете внедрять куски кода на том же JavaScript, например, кейлогеры. Да, пока пользователь находится на страничке, будет работать кейлогер и будет передавать там какие-то данные, переписки, о чем-то еще возможно. И дальше, пятый пункт – это контроль над браузером. Контроль над браузером, есть такой фреймворк, BIF фреймворк называется, слышали, наверное. Мы его посмотрим в конце, но напишу на всякий случай, может вам интересно сейчас погуглить. BIF. Но важно понимать, что сам скрипт в случае выполнения на странице является вредоносным, только если он обрабатывается как HTML-код в браузере жертвы. То есть, если браузер может это все воспроизвести и достать некие данные, то тогда скрипт является вредоносным. Вообще, для проверки всех этих дел на bug bounty и всем прочем, есть специальный такой, ну, как сказать, не специальный, а уже такая традиция, что там указывается алерт, алерт и выводится единичка, всплывающее окошко с единичкой. И это является основным способом доказать и, вернее, подтвердить наличие XSS на странице и через это получить некую премию. Да? Почему алерт, почему единичка? Потому что, по сути, ничего вредоносного он не производит, он выводит просто всплывающее сообщение. Если всплывающее сообщение выводится, значит, производится запуск какого-то кода. Соответственно, можно внедрить и дальше. То есть просто не раскручивается атака с точки зрения не развивается атака, да, для завладения какими-то данными сервисов и пользователей. Но XSS, как следствие, из-за того, что это работает на стороне пользователя, XSS уязвимости и вообще клиент-сайт пользовательские уязвимости, да, уязвимости пользовательской стороны, они бок о бок дружат с социальной инженерией, фишинг и все прочее. И по большому счету BIF фреймворк – это фишинговый инструмент. Это не инструмент для проведения XSS в полной мере. Да? То есть нет, он используется для проведения XSS, для завладения браузером, превращает пользовательский браузер прям в зомби, можно там делать что угодно и ковыряться в операционной системе, запускать звуки и все что угодно. Но при этом для того, чтобы стать подвластным бифу, нужно запустить код вредоносный или заставить пользователя перейти по ссылке. Недостаточно будет там на каких-то страничках, ну, возможно, через некие странички можно сделать, но, как правило, это делается там десяткам, сотни, тысяч рассылки, когда подсовывается ссылка укороченная, и пользователь тыкает на нее, заходит на вредоносную страницу и цепляет. И еще пока, ну, это пока вообще амбула-преамбула, пока это даже не начало. Это у нас некая вводная штука. XSS сейчас, так как это уязвимость, позволяющая украсть пользовательские данные, пароли, карты, что угодно, она сейчас активно, с ней активно борются разработчики браузеров. То есть во многие браузеры, я пользуюсь Brave, например, у меня в Brave не отрабатывают XSS, для этого мне приходится отключать всякие там шилды защиты, потому что, ну, уже встроенная поддержка в Chrome, тоже есть это все дело частично, но опять же, если, и оговорюсь, отрабатывается всеми этими степенями защиты не XSS, который просто безобидный код, а отрабатываются именно вот эти JavaScript-ы для BIF-а, которые, кейлогеры и все прочее, они, как правило, ловятся.
Но простейшую XSS с выводом, с редиректом, с каким-нибудь, или отжать у пользователя сессионные куки, да, он, как правило, отрабатывает, потому что браузер считает, что это все введено пользователем, и он не считает, что это вредоносное. Вот. Смотрим дальше. Доступ cookies. Я думаю, вы понимаете, что по этим кукам можно авторизоваться на каком-то сайте, к примеру. Если мы перехватываем куки, заходим в Burp, подставляем перехваченные куки в сессию и уже авторизуемся на сайте под этими куками. Не везде работает, но возможность такая имеется. Смотрим дальше. Вы замечаете, как у нас все переплетено с точки зрения пинтеста, когда есть сканеры на порты, на уязвимости, есть сканеры на уязвимости XSS, мы их посмотрим дальше, есть ВАФы, которые работают, есть APS, и все это, в принципе, схоже. И оно схоже по логике работы, как на корпоративной сети, там, на уровне проводов, так на уровне беспроводки Wi-Fi. Примерно технологии применяются в сотовой сети, да, там тоже есть фишинг, там тоже есть подмена сот, подмена телефонных аппаратов, подмена GPS-координат есть. Все это, в принципе, переплетается точно так же, как XSS. Нам нужно обмануть систему, чтобы провести, и после этого получить результат. Погнали! Есть основные виды XSS. Пока теория, пока чтобы вам в голову это укладывалось. Основные два подвида, почему они вынесены, есть больше, безусловно. Дальше у нас идут там DOM, модель, blind, XSL, XSS, self, XSS, контексты. Но основными, как правило, на слуху есть два подвида XSS. Первый – это reflected XSS, непостоянный или отраженный называется. Появляется, когда данные, предоставленные клиентом, чаще всего в параметрах HTTP-запроса или в форме HTML, исполняются непосредственно серверным скриптом без надлежащей обработки. В данном случае пользователи возвращаются данные сразу после обработки и не проверяются. Злоумышленник получает ответ на скрипт, выполненный в браузере пользователя. Сложно, наверное, да? Давайте дальше. Отраженные атаки, они, как правило, вот и входят как раз-таки в эту штуку, которая массово рассылает по почте. Первый способ распространения – массовая рассылка по почте. Вторая – это размещение на подготовленной веб-странице. URL в данном случае, URL, которые вы размещаете, здесь, например, URL есть, да, они… Ну, это азы фишинга. Они не должны указывать на какой-то подозрительный сайт, не должны вызывать подозрения и указывать должны на какой-нибудь google.com.ua, что-то такое, укороченные ссылки, и при этом они будут содержать вектор SSS. Если доверенный сайт, с которого вы переходите по этой ссылке, уязвим к вектору SSS, XSS, переход по ссылке может привести к... Не может привести, он приведет к выполнению встроенного скрипта, встроенного злоумышленником скрипта в браузере жертвы. Типичный сценарий. Вот как раз URL этот и есть. На сайте присутствует страничка с поиском. Здесь вот картинка, они географически правильно расположены. То есть reflected — это верхняя картинка, а stored — хранимая — это нижняя картинка. На сайте присутствует поиск, который вместе с результатами показывает, типа, вы искали там что-то такое и какие-то ваши данные, которые вы раньше искали. Если сайт не фильтрует запрос перед вводом, перед выводом, вернее, вам, то есть не экранирует угловые скобки, не экранирует кавычки, мы получим скрипт, выполняющийся на странице результатов поиска. Например, вот я указал вот такой. То есть вы идете... Так, нет, я не хочу переключиться. Есть сайт. Здесь, вот смотрите, сайт. На самом деле он может быть не обязательно атакующей страницы, а может быть какой-то уязвимой к этой странице с BHP-шкой search. Да? И после этого будет
поиск, и поиск реализован в виде script actions. Это как раз-таки alert, заключенный в треугольные скобки. Да подождите, вылезает что-то. Блок. О. Все, теперь перестал выделять. Ну ладно. Эта страница отображается поисковая, и вывода нашего, да, она отображается только для того, что есть ссылка на ней. Вернее, подождите. Эта страница отображается только у того, у кого есть на нее ссылка. Она не работает нигде в поиске, она где-то там лежит, и ссылка не сработает, если злоумышленник не отправит ее другим пользователям этого ресурса. Да? Когда вы распространяете ссылку, вы распространяете ссылку на рабочий портал, ее как-то модифицировав, добавив, а на рабочем портале есть некая страничка, уязвимая к XSS, вернее, заговариваться начинаю. И правильно собранная ссылка заставит вас перейти на, ну не заставит, вы перейдете на свой рабочий сайт, при этом выполнить какие-то функции там попутно, да, ваши куки куда-то улетят или что-то такое. Вместо, как я уже сказал, вместо отправки ссылки можно разместить контент вот этого скрипта на каком-то нейтральном сайте, да, который посещает большое количество людей или конкретная жертва. Обычно это делается как в фишинге, какие-нибудь стандартные картинки, типа способ заработка, зацени котиков или еще какие-нибудь интимные темы, и дается ссылка. После этого при переходе теряются данные. Дальше. Это, опять же, еще не суть, пока это вы слушаете. Отраженные или непостоянные XSS именуются, согласно OWASP, по-моему, type 2 XSS, non-persistent, непостоянные. Он выполняется на клиенте. Вот в этом и фишка, Юрий. Мы сейчас посмотрим. Этот скрипт здесь... Идет взаимодействие ссылки, сервер может не знать, что у него хранится, да, ну как бы он знает, это уже для хранимых, наверное. Давайте сейчас перейдем к хранимым, там более понятно, чем Reflected. Reflected посмотрим на примере. Дальше мы в игру поиграем с вами, в некую, на Гугле есть игра по XSS, там все это будет более понятно. Пока это, конечно, сложно. На самом деле это всегда отпугивает людей от поиска XSS, потому что... Сканеры не всегда находят, а ручками искать долго, много контекстов, много кавычек, спецсимволов, всего прочего. Вопрос запомнил, продолжим. Чуть дальше будет пошире. Stored XSS, постоянная хранимая, она же постоянная, она же хранимая, это вредоносный код хранится на сайте или сервере. Например, что может быть в этом случае? Введенное злоумышленником специальное сформированное сообщение на любом сайте, будь то гостевая книга, комментарий какой-то, настройки профиля, то, что сохраняется на сервере и загружается каждый раз, когда пользователь запрашивает отображение этой страницы. Понятно? Вот это вот в этом случае. Она, смотрите, уязвимость, она хранит неуязвимость, вернее, а эта инъекция, этот код, он хранится на некой, ну, guestbook. Помните книги гостевые? Гостевую книгу заходите, там есть форма отправки сообщений. Вы отправляете сообщение, следующий пользователь заходит, нажимает, ну, даже если не F5, а просто он зашел и увидел, и он увидит. Нет, для любого, вообще абсолютно, Илья, абсолютно для любого пользователя это обычная гостевая книга, которая общедоступна, лежит в интернете. Вы заходите, отправляете свое сообщение. Следующий зашедший видит ваше сообщение. Он прогружает всю страницу и видит ваше сообщение. В чем суть? Суть в том, что вы отправляете, можете отправить текст, а можете просто с формой, в которой можно сделать. Да, можно так. Вы отправляете сообщение, которое добавляет код в ваше сообщение. Вот форму ввода сообщения. Ну, сейчас посмотрим. Я опять же на пальцах квантовую механику рассказываю, но это надо, это пока теоретическое восприятие. Неуязвимый код, вредоносный код вы скрываете от сайта, который входными воротами на сайт является форма ввода. Вы туда вводите, хорошо, кладете туда вирус.
Если сайт его спалил, он не дал вам опубликовать. Если он его не увидел, вы его опубликовали, и следующий зашедший, нажавший на эту, утрирую насчет нажавший, нажавший на эту ссылку, он его себе автоматом загрузит, потому что этот код исполнит сам браузер. Исполнение происходит не на сайте, исполнение происходит не на сервере, не где-то там в биллинге, а происходит именно на стороне пользователя. Причем не обязательно нажимать. Не обязательно пользователю производить какие-то действия, да, для такой, для стоп, ему не обязательно вообще ничего делать с этой штукой. При каждой загрузке, банально, он загрузил страницу, у него отработала XSS-уязвимость, XSS, вернее, вредонос. Есть фишки, когда консей без знания JavaScript, ну, можно наэксплуатироваться, я тоже не очень много умный в JavaScript. Кстати, у нас есть тут те, кто разбирается в JavaScript на хорошем уровне? Напишите. Но есть векторы атак. Векторы атак, в принципе, как это делается, как и в любой работе, когда вы просто находите... Вам нужно понять, уязвима страница или нет. Это мы опять же посмотрим дальше. Когда вы понимаете, что страница уязвима, вы начинаете разбирать по косточкам, гуглить, какие контексты, какие модули, что может как применяться. После этого направлений развития XSS очень много, и прям для того, чтобы прочекать, работает она, не работает, есть список там, я не знаю, подпишу, наверное, этих всяких комбинашек, которые пропустит, не пропустит браузер. Вот. Но достаточно, когда пользователь просто заходит на гостевую книгу, на страничку гостевой книги, да, открывает ее, прокручивает, курсором случайно попадает, допустим, посмотреть, куда ведет эта картинка. Он наводит на нее, видит подпись, ведет на Google, не открывает ее, но при этом наведение на картинке, там есть модуль OnMouse называется, когда мышкой вы навели на картинку или на ссылку любое представление вот этого вот уязвимого кода, да, потому что он не отрисуется у вас в виде кода на странице, а отрисуется в виде либо ничего, либо отрисуется в виде того, что пожелает злоумышленник. Вы наводите на это курсорчик, после этого она срабатывает, вы даже об этом не знаете. Сохраненные, как я уже сказал, stored XSS являются более опасными. Если мы захотим, например, атаковать одного человека, достаточно заняться там спирфишингом, это целевым фишингом, отправлять какие-то сладкие ссылки для него, когда он однозначно перейдет. Но про социальную инженерию мы с вами посмотрим. Профайлинг, социальная инженерия, все такое, когда вам нужно будет сделать ссылку, которая пользователя заинтересует 100%, да? Ну, там, конечно, не 100, 99%, к примеру. На форумах такое может сработать в зависимости от того, как настроена фильтрация тегов и фильтрация всего. Раньше показателем того, что в форме, ну, то есть форма ввода может ничего не принимать, кроме текста просто пользователя, может это все экранировать. Но когда вы видите, что текст на форуме есть жирный, соответственно, применяется тег TML-овский для выделения жирным. Соответственно, можно попробовать применять теги. И вот тут начинается раскручивание. Это дальше поиск поэтапный. У нас будет это все там, в три этапа, мы посмотрим. Так. Хотел что сказать. Да, сейчас сформулирую еще один вариант. Когда вам в страницу внедряется, не, допустим, не какой-нибудь редирект или отнятие, но это частный случай, да, бифхук внедряется. У биф, у приложения называется некий крючок, некий payload, который позволяет завладеть браузером пользователя, называется Hook.js. Поэтому есть, я написал в чат, поэтому есть приложухи, которые там антихук и все прочее, которые помогают все это поймать, и браузер по дефолту уже ловит всякие простые, незавуалированные Hook.js. Вот этот зловред помогает полностью завладеть браузером. И что у нас дальше? А, да, смотрите, отличие Reflected от Stored хранимой. Первое, ну не первое, а основное отличие в том, что
Stored, хранимая на сайте, то есть это та форма, та гостевая книга, тот, там, не знаю, каталог запчастей, то место, куда вы можете выгрузить фотографию, ваш профиль, да, если вы свой профиль заполняете на каком-то сайте, указываете в информацию что-то, а эта страница подвержена, то есть страница сервера подвержена XSS, не фильтрует вводимые данные. Вы туда внедряете XSS, и она хранится, и она ждет своего пользователя, она не требует от вас больше никаких операций. Это самое опасное, наиболее опасное, и с ее помощью можно охватить огромное количество пользователей. Рассылка и переход по вредоносной ссылке является рефлект от XSS. Опять же, грублю, но для понимания. И не каждый перейдет по этой ссылке, потому что тут требуется действие пользователя. Там, где требуется действие пользователя, значит, это рефлект от XSS. Непостоянная, и она делается только при определенных условиях. Stored, хранимая, выполняется в любом случае. Если вы ее нашли, она выполняется в любом случае у пользователя. Ну, в зависимости от того, какие у него стоят, там, к примеру, аддоны, плагины и все прочее. Так, более-менее я что-то пояснил вам, стало понятно. Сейчас структуру пойдем дальше. Даже, наверное, сейчас вы теорию послушаете, скажете, какая-то прям сложная штука. Но я после этого покажу практику, вам станет все это гораздо быстрее понятно. Дальше есть у нас такая штука, еще виды XSS, которые не такие частые, как Stored и Reflected. Это XSS в DOM-модели. Картинка справа у нас будет дальше на всех страничках нас преследовать. Это чтобы не отвлекать от текста и просто как бы... Я не знал, как визуализировать blind, а смешные какие-то картинки, я бы вас отвлекал. Вот, поэтому там слайда 4-5 у нас будет эта табличка. Она показывает как раз тип, где какой сервер применяется, и нужен ли вообще сервер, не нужен сервер. Посмотрите, в общем, изучите. Дальше погнали. Есть еще три уязвимости. XSS — это XSS в DOM модели, XSS blind и XSS self. XSS в DOM модели в данном случае инъекция осуществляется в параметры структуры DOM, в частности, документы URL, document location, document referer. Так. Вот так сделаем. А потом все, что я напишу, я вам приложу. DOM модель. У нас идет. Их на самом деле больше. Это пример наиболее популярный. Кто-то знаком уже с DOM-моделью? Илья, ты у нас прям молодец. Илья, чем ты занимаешься? Я пока пишу. Ты разработкой занимаешься? Location. Админ DevOps. Помню, я тебя спрашивал, уже видел такой ответ. Надо запомнить, не могу никак запомнить. И т.д. и т.п. Общий принцип в целом совпадает с предыдущим, то есть Stored, когда происходит запуск кода без его проверки, но тут происходит инжекция параметров DOM. В этом случае, сейчас мы DOM мы тоже посмотрим дальше, пока воспримите, что есть такие штуки у нас в браузере, и они могут использоваться. Есть ряд важных отличий. С учетом того, что происходит эксплуатация параметров DOM, нельзя отследить наличие кода инъекции в отображаемой HTML-странице. И если выше в примерах Stored XSS можно было просмотреть исходный код страницы и найти там текст вредоносного скрипта, да, действительно можно в Stored и в какие-то Reflected, если посмотреть страницу, можно найти вредонос. В случае с DOM-based инъекцией этот текст найти нельзя. В этом случае DOM-XSS, они являются наиболее сложно находимыми, но они точно так же сложно эксплуатируемые. И очень сильно ограничено детектирование такой инъекции на стороне сервера по логам или как-то еще, ну и в том числе в браузере клиента. Сложно отследить. Дальше, вредоносный скрипт, обрабатываемый в браузере, не уходит на сервер, выполняется, а может также оставаться, жить у вас в браузере, непосредственно в браузере, и больше никуда не уходить. Дальше смотрим.
понятнее станет на практике. Практика – наше все. Blind XSS, слепые XSS, слепая, вернее, уязвимость. Это частный случай XSS, которая у нас stored. То есть, по сути, уязвимости основных две – stored и рефлекты, те, которые хранятся на сервере, те, которые хранятся на... Не, вернее, не хранятся, а используются через ссылку, специально сделанную на клиенте, к примеру. И дальше пошли подтипы. Есть Blind XSS, данные, вводимые злоумышленником, сохраняются на сервере, но отображаются в другой части приложения или вообще в другом приложении, отличном от того, в котором они были введены. Это я прочитал. К примеру, здесь выглядит это как? Атакующий производит инъекцию в какую-то форму на сайте, и как только администратор, если это, допустим, какая-нибудь форма заявки, забыл, как называется, форма тех ТП, когда фигачат заявки, ладно. Когда есть какая-нибудь линия там, поддержки, куда вы заводите заявку на неисправность какого-то оборудования, да, вот, helpdesk, спасибо, тороплюсь, материала много. И когда вы заводите заявку в helpdesk, оно выполняется, вы не знаете, как это выполнено, не выполнено, да, она хранится где-то там, и как только администратор или там сервисмен будет это все просматривать, он выполнит код на той странице. При этом stored чисто, он не является blind'ом, потому что stored приводит к результату прямо сейчас. А blind он может на самом деле приводить и в несколько шагов. То есть, когда вы исполняете blind XSS, она вам ничего не выдаст ни на странице, ни где-то еще, но может при этом, ну там в SQL и во всех прочих, наверное, CSRF, это более понятно. Она выполняется... После отправки в какую-то там систему обработки, да, она может переслать по итогу, то есть вы не узнаете сразу, и вы вот эту ввели. То есть я вот сейчас вот вам, вот смотрите, где у меня сворачивается. Я ввожу какой-то текст, ладно, не буду показывать, у меня свернулся Sublime. Когда вы вводите какой-то текст, нажимаете Enter, он исчезает. Все. Нигде он не показывается, кроме адресата, да, какого-то, или пользователя, или какого-то там сервисмена, да, который будет просматривать. Ему не обязательно видеть ссылку. Он увидит просто через какое-то время эту страницу, которая к нему пришла, письмо, картинку, что-то еще, оно отработает и при этом будет выполнено. Где, как правило, это есть, где, как правило, у нас это возникает. Это возникает контакт, фидбэк странички, просмотрщики всякие логов, то есть, когда вам лог прилетел, вы его просматриваете, в этом случае, ну, стандарт по SNMP вы просматриваете лог, конечно же, тут не будет исполнено, но, ну, хотя, если в SNMP умудрится засунуть какую-нибудь инъекцию, да, и вы будете просматривать это в браузере, то она у вас прекрасно отработает. Дальше. Чаты и форумы, сервисы для работы с тикетами, это хелпдески те же самые. Если говорить обобщенно, Blind XSS может присутствовать в любом приложении, которое требует пользовательской модерации. То есть, если там происходит просмотр действий пользователей или каких-то реакций со стороны, с третьей стороны, тогда можно все это произвести. Есть у нас хороший пример, я вам ссылочку дам на Blind XSS. Она большая, прям там замучена жестко, с подтягиванием helpdesk и с подтягиванием ВКонтакте. Посмотрите, как работают там мошеннические всякие схемы, почитайте. Это вам типа раздаточного материала, смотрите. Дальше у нас есть еще уязвимость SelfXSS. Это SelfXSS, самая XSS. Это один из частных случаев XSS. Ее смысл в том, что XSS есть, но только сам пользователь может выполнить код, который приведет к XSS. Поэтому она и называется self. То есть вам недостаточно там отправить ему какую-то ссылку, чтобы еще что-то еще. Иногда
Иногда пользователя нужно заставить даже произвести эти манипуляции self-XSS, используя консоль разработчика его браузера. То есть представляете, насколько это тяжело реализуемая атака, что ну, она поэтому особо и не ценится. То есть в самых суровых случаях нужно идти в строку разработчика, вбивать там этот адрес, и после этого она отработает и получится какой-нибудь XSS атака произведена. Например, если пользователь залогинен на сайте и на каком-либо сайте, хакер знает, что ну, вы там слушаете трафик, пользователь пошел на сайт, а на этом сайте вы нашли какой-то XSS. Но реализовать вы ее сможете только тогда, когда пользователь войдет в аккаунт. Ну или, допустим, когда вы войдете в аккаунт жертвы, только в этом случае вы сможете реализовать ее. Допустим, получить доступ в кабинет там какой-нибудь личный. У вас там нет личного кабинета. То здесь имеется как раз-таки self-XSS. Задача злоумышленника в этом случае заставить жертву мало того, что войти в аккаунт, еще и выполнить в своем аккаунте вредоносный код. Допустим, взламывали раньше так социальные сети. Когда-то давно это было с Фейсбуком. Как-то так. Ну и делается это для того, чтобы манипулировать просто учетной записью пользователя. Если получится это все сделать, вы все-таки получите доступ к браузеру и учетной записи пользователя и сможете как-то это все производить. Атака для подмастерья Бонда? Нет, на самом деле все атаки, они достаточно сложные. Сейчас такое время, что это в 2000-е было просто делать, когда были HTML-странички. И сейчас, кстати, за self-XSS уязвимости баг баунти программы, которые собирают уязвимости на порталах, на своих сайтах, они не считают self-XSS за уязвимость, потому что уязвимость не затрагивает пользователя до тех пор, пока он сам там не потанцует с бубном и не выполнит кучу всего. Поэтому тут опять же идет социальная инженерия, как я уже говорил. И XSS, и уязвимости веба, они, как правило, связаны с клиентской части, они связаны напрямую с социальной инженерией. Ладно, смотрим основные контексты. Есть такая штука, как контексты XSS. Понятие контекста в широком случае есть у кого-то понимание, что такое контекст в виде в браузере или в HTML и в вебе в целом. В общем, контекст в широком смысле это такая штука, которая обозначает окружение объекта. Если у нас есть некий объект в приложении, когда он работает, ну, допустим, какой-то модуль приложения, когда он работает, взаимодействует с другими объектами, он имеет доступ к каким-то параметрам конфигурации сервера, других сторонних там сервисов, переменным. При этом он зависит от состояния каких-то соседних сервисов или объектов, и может... То есть это вот этот весь жизненный цикл, это и называется контекст. Нельзя называть просто какой-то модуль контекстом, да? То есть, еще раз повторюсь, окружение объекта и объект — это в целом контекст. Веб-страница обрабатывается по-разному браузером. Это я уже дальше начинаю рассказывать про HTML, контекст и все прочее. И элементы страницы могут быть браузером по-разному интерпретированы. Как я уже говорил на прошлом занятии, даже ссылки, вводимые в адресную строку, интерпретируются разными браузерами по-разному. Браузер интерпретирует по-разному HTML, CSS, JavaScript, и т.д. прочий код Flash. Он интерпретирует по-разному, он знает, в какую кормушку поесть, в какой корзинке достать. Пользовательский ввод. То, что пользователь может вводить в какие-то формы сервисы в зависимости от того, что ему показал браузер, от того, что он интерпретировал, также будет отображаться и выполняться по-разному. Большинство XSS уязвимостей возникает в том случае, если передаваемый данный скрипт может быть выполнен в рамках этого контекста и в результате возвращен пользователю в виде там какой-то ссылки, какого-то действия на экране или отправить злоумышленнику на какой-то сервер.
Злоумышленнику важно найти, это уже теория в целом про XS, злоумышленнику важно найти на странице такие элементы, в которых он сможет передать скрипт. То есть преодолеть фильтрацию, преодолеть ограничения, наложенные разработчикам, и при этом скрипт должен передаться без изменений. Да, сложно, но такое находится, и на простом примере посмотрим. Это и называется контекстом внедрения. То есть, когда вы ищете то окружение, которое сможет мало того, что передать эту уязвимость пользователю, так она еще сможет и обработать ее. Таким образом, резюмирую, под контекстом внедрения XSS будем понимать некую область, в рамках которой происходит выполнение инъекции XSS. То есть это целая такая область, большое пространство. Другими словами, нас будут интересовать конкретно, если переходить к терминологии, да, нас будут интересовать теги, параметры тегов, свойства сервисов на странице каких-то исполняемых, сущности какие-то на странице, переменные, в которых мы сможем выполнить свой код, который в дальнейшем приведет к эксплуатации, к проведению атаки XSS, вернее. Браузер распознает основные контексты, ключевые контексты у нас. Так, да, дальше посмотрим. Простые контексты – это HTML-body, HTML-атрибуты, JavaScript, JavaScript, как хотите, URI и CSS. Дальше мы это смотрим. Что такое простой HTML-контекст? Он же там HTML-body. Когда контекст возникает в теле существующего HTML-тега. Так, тишина. Наверное, вы уже там подзагрузились, правильно? Надо практику, наверное, нет? Надо практику. Но сейчас, подождите. Блин, контекст это надо рассмотреть. Практика у нас будет через несколько слайдов. Мы как раз таки посмотрим атрибуты, контекст XSS смотрим. Контекст. Так. Алекс, все норм, потому что ты разбираешься в этом, наверное, да? Контексты. Контекст атрибута HTML тега, то есть область возникновения уязвимости, это HTML тег. Вот внизу пример, прям написано, квадратно-треугольные скобочки, HTML тег. Смотрите не на Sublime, а вот сюда. HTML тег, пользовательский ввод и HTML тег. Вот это точка возникновения XSS. Здесь может быть пользовательский. Так. Я вам это дам все. Вот, смотрите. Он может экранироваться двумя кавычками. Может это вот. Вот это пользовательский input, да. Он может экранироваться одной кавычкой. Может никак не экранироваться, только там пробелом и чем-то еще. Практику посмотрим. Это очень простой пример. Посмотрим дальше. Смотрим. Так, картинки. URL-атрибуты. Видно хорошо вам? Давайте я чуть-чуть увеличу. Отлично. URL-атрибуты. Если про... Так, а у нас дальше там специальные URL-атрибуты. Про HTML. Если говорить еще про HTML-контекст, здесь XSS-инъекция сама будет зависеть от вот этого атрибута, от тега, который применяется, и от тега, в котором появляется ввод. Их много. Есть, ну дальше сейчас специально и посмотрим. Так, а мы смотрим с вами контексты XSS и смотрим простой HTML-контекст.
И вот как раз-таки внутри HTML-контекста есть еще атрибуты. Атрибуты, это я вам показал. У нас идет, смотрите, тег, HTML-тег, внутри идет атрибут. Атрибуты могут быть разные. Атрибуты у нас здесь вот это проще, это без атрибутов, да, тег у нас указан. Дальше мы можем расширять и развивать XSS в зависимости от атрибута, от типа атрибута, в котором появляется вот, да, в котором вы можете наколбасить свой текст. Есть три типа атрибутов. Это URL, это специальные атрибуты, это атрибуты URL специальные и атрибуты события. Да, все правильно. Смотрите. URL атрибуты. Эти атрибуты принимают URL в качестве значения. Например, src атрибут различных тегов. Вот JavaScript URL здесь может привести к выполнению JavaScript. Смотрим, как это выглядит. Через двоеточие выглядит это вот так. Когда к HTML идет атрибут JavaScript, и после этого идет уже ваш evil, к примеру, какой-нибудь зловред. Evil, и здесь там alert, к примеру. Что-то такое. Пример будет. Пока запоминайте теорию, что есть атрибуты URL, когда можно в качестве значения применяется JavaScript URL. Дальше. Есть специальные URL атрибуты. Это атрибуты, где ввод обычных URL может привести к проблемам безопасности. Здесь указаны скрипт, SRC, iframe и скрипт – это самые популярные. Frame тоже. Но вот эти вот две мы с вами посмотрим. То есть будет еще пример. Все остальные надо смотреть. Button formation. Это тоже надо смотреть. И это тоже не все. Это специальные атрибуты. Смотрим дальше. Пока бегло проходимся. Практика будет у нас. Вы потом вернетесь, просмотрите. Атрибуты события. Это как раз таки атрибуты, такие как onClick, unload, unmouse. Их значение выполняется как JavaScript у нас. То есть я вам сказал, да, что вы наводите скрипт, я не знаю, вот смотрите, я навел на снизу на картинку, на значок Sublime, у меня появилась предпросмотр Sublime. Это как раз таки есть атрибут onMouse на наведение мышкой. Дальше. Сложно. Есть атрибуты теги метод тегов. Но поэтому, как бы я и говорил, что для эксплуатации таких уязвимостей нужно немножко посмотреть, немножко почитать. Вы посмотрите статью на Хабре, у вас появится чуть больше понимания, чем я вам сейчас голосом все это расскажу. После этого мы посмотрим еще другие уязвимости на практике. Ну, в смысле, как это все реализуется. И уже тогда у вас начнет это укладываться. Вы просто поймете, что нужно искать и какой точкой входа примитивно руководствоваться. Атрибуты тега мета. Мета-теги, в частности, там, charSet, могут влиять на то, как содержимое страницы интерпретируется браузером. Есть у нас атрибут, например, называется HTTP эквивалент, который может эмулировать поведение заголовков HTTP и может перерисовывать страницу в соответствии с параметрами, которые в него вводятся. То есть вы, если вы эту функцию запользуете, то она будет перерисовываться у пользователя. Погнали дальше. Сложно. Контекст HTML комментариев. Это мы посмотрели сейчас контекст. Это был контекст. HTML контекст. И пошли атрибуты HTML контекста. На этом сложность закончилась. Осталась у нас штука. HTML комментарии. Знаете, что такое? Это когда экранируются некие данные на странице пользователям. Да, и, ну вот, например, ну вот, пока покажу, к примеру. Где у меня? HTML текст. Ну, пытается там квадрат, треугольная скобочка, восклицательный знак там.
здесь комментарии или типа тут какие-то плохие скрипты, плохо написано. Все, закомментили. Это все для браузера не воспринимается как действие для работы и неисполняемый контекст. Это некий кусок экосистемы, который у нас хранится. Да все сталкивались однозначно, все видели с этим делом. Но если здесь внутри у нас написан, допустим, какой-нибудь там документ, вот такой вот input, да, к примеру, внутри, то есть его написали, но потом разраб его закомментил. Он забыл, что он комментировал какой-то продуктовый код. Это вы видели, когда сталкивались с предыдущим домашним заданием с Disable Buttons. Ну, не то же самое, но аналогичное. Представьте, что те кнопки, которые вы видели, их бы вообще не было на странице, была бы чистая страница, не было бы строки ввода там, текста и не было бы кнопки. Тогда вам нужно было бы просто на странице раскомментировать, и после этого браузер бы ее отрисовал. Вот. Для этого нам нужно выйти из контекста для выполнения некого кода. Код может быть написан за нас, как эти вот кнопки. Мы можем его там как-то использовать по-своему. Вот. Так, смотрим дальше. Вот здесь контекст, к примеру. Это уже строка вводимая. То есть, когда мы внедрим закрывающий тег сразу, и следующий тег, вот этот у нас не тег, а следующая строка у нас отработает, она самостоятельная. Если мы в строку ввода вставим закрывающий тег. То есть, он закроет комментарий предыдущий, и отработается строка. Сложно, но хотя бы вы помните про то, что можно закрывающие, открывающие теги, теги, алерты и всякое вот такое прочее, много сложного. Сейчас будем играть в игры. Есть контекст JavaScript кода. Внутри страницы может быть точно так же CSS. Пользовательский ввод тут написано, по тем же причинам пользовательский ввод попадает в код неформатированным. Например, ну вот скрипт, сам код, user input, сам код. Посмотрим. Дальше. Он же контекст. Продолжаем контекст JavaScript. Это будет у нас самое, кстати, популярное. Вот это последний. Резюмируем, вернее. У нас есть еще тег скрипт. Запоминайте, он нам пригодится. Тег скрипт. Алерт вы запомнили уже, я не раз говорил. Там скобки, кавычки, двойные кавычки. Дальше погнали. Внутри JavaScript контекст, вернее, уязвимость в XSS может появляться в виде контекста кода, когда мы можем инжектировать свой код в JavaScript модуль какой-то, да, мы можем, это опять же мы все сидим, ковыряем страничку, ковыряем перехваченную форму, вставляем в JavaScript, оно улетает и обрабатывается так, что, до этого была длинная строка, там, подгрузить какую-то форму, мы ее разорвали в середине, воткнули там свой код, браузер это воспринял как легитимно отработанный код, отработал и закрыл. Дальше. Контекст строки внутри одинарных кавычек. Это необрабатываемый, неисполняемый, вернее, контекст. Из него мы должны выйти. Как это встречается? Когда идет строка ввода, вот здесь, вот смотрите, примерно то же самое. Когда вот этот текст, он не отрабатывается. Вот если приближенно к операционным системам, здесь я введу там, не знаю, CMD, и она не будет воспринята как вызов командной строки или каких-то других функций. Она будет выведена просто как текст CMD. Дальше то же самое. Это экранирование двойными кавычками. Нам нужно из этого выходить. Закрыв комментарий. И можно опять же вызвать JavaScript. Здесь все работает с JavaScript. Контекст комментария в одну строку. Когда
То же самое мы должны выйти из комментариев. То же самое, что в HTML, то же самое в JavaScript, в JavaScript все тут то же самое. И контекст комментария в несколько строк. То же самое, он немножко по-другому представляется, вернее, но из него нам нужно будет выходить. Так, выдыхайте, ругайте меня за то, что непонятно. И все уснули, все не уснули. Я сделаю передышку, глоток воды. Отпишите в чат реакцию какую-нибудь, живые, не живые. И мы сейчас откатимся с вами на самое начало. Вот эту презентацию вы посмотрели. Это база, которая даст вам что-то вспомнить. После этого мы идем вот на вот этот адрес. Не хочу я переходить отсюда. Давайте я вам дам ссылку. Сложно, да, сложно. С первого раза так и не понять. Так. Что-то он мне тут тренинг про процессоры какой-то пишет. Вот, смотрите. Ссылка на игрушку. Есть такая игра от Гугла. Ссылку я вам скинул, можете открывать, смотреть со мной. И здесь она специализирована на cross-site scripted уязвимости, на XSS как раз. И чтобы перейти на следующий уровень, нужно вызвать всплывающее сообщение. То есть нужно как раз-таки вызвать ту штуку безобидную, да, алерт там с единичкой, который нам покажет, что страница уязвима, что мы можем произвести уязвимость, и раз вывалилось всплывающее окно, мы можем это как рассматривать как XSS и развивать ее дальше. Так. Да, чтобы перейти к следующему уровню здесь, нужно вызвать всплывающее сообщение с помощью функции JavaScript Alert. Вот здесь написано JavaScript Alert. In the frame below, ниже фрейм, есть хинты, есть target код, код цели. И можно еще забавляться вот такой штукой, как view frame source, смотреть ресурс самой странички. Это все просматривается в браузере. В Brave, если вы сидите, нужно отключать все для этой страницы, потому что он отказывается производить XSS. Теперь перейдем к практике с точки зрения, как это работает. В целом, вообще можно выделить три этапа поиска и эксплуатации cross-site scripting уязвимостей. Три этапа. И все эти три этапа совпадают для всех подвидов XSS. Единственное отличается, ну то есть те, которые я уязвимости назвал, это мы запомнили, reflected, stored, там, blind и все прочее. Единственное отличается у нас DOM-based. DOM-based, вспоминайте, это было полчаса назад. Вот они, DOM-based, они у нас немножко по-другому ищутся, немножко по-другому изучаются. Итак, первый этап. Смотрим. Страничка, к сожалению, больше не раскрывается. Я попробую сейчас сделать. Видно хорошо? Пишите плюс. Когда вы попали на страницу, первым, что вы на первом этапе, что вам нужно сделать, мне мешает слегка этот код, я уберу с вашего позволения. Что вам нужно сделать? Вам нужно найти те места, где пользователь может ввести определенные данные. Ну, как определенные, любые. Вот у меня здесь понабито что-то строка. То есть я могу ввести что угодно. Try again нажимаем, возвращаемся на страницу, любую абракадабру. Если вы можете ввести некие данные, нужно смотреть дальше, будут ли эти данные добавлены в исходный код страницы. Что значит? То есть, смотрите, try again, возвращаемся, есть строка ввода, дальше нажимаем, ну, отус. Отус слов точно нет здесь. Нажимаем search, ищем и видим. Вот это страница наша. Я закрыл, зря открыл. Это наша страница, и на ней появилось слово отус. Давайте посмотрим
Ну, то есть всем понятно, что она возникла не из ниоткуда, она отрисовалась здесь. То есть теперь Otus входит в состав этой страницы, правильно? Правильно. Смотрим дальше. Вот здесь есть у нас строка, в которую это все влезло. У нас здесь появился Otus. Хорошо, то есть мы вводим что-то, потом это нам выводится обратно. Круто. Как вы видите, у нас есть поле ввода. Для того, чтобы тестировать XS уязвимости, не нужно использовать на первом, на самом этапе, когда вы открыли страницу, не нужно использовать какие-то сложные там алерты. Вот то, что я вам показывал, там документ реферера и все прочее, не нужно. Нужно использовать простые слова, которые нельзя, не часто можно встретить на странице, да, которые вы сможете найти тем же бурпом, потому что в паре может работать бурп. Здесь вы вводите, там, не знаю, абракадабра. Если вам удобно, такого точно на странице нет. Вот, после этого, чтобы вы это главное нашли, здесь просто примитивная страничка, и нам несложно найти. Но иногда приходится, ну и как правило, приходится искать там Ctrl-F, то есть перебирать различные куски кода, куда это все улетело. При вводе не нужно использовать всякие треугольные кавычки, угловые, вернее, скобки, одинарные или двойные кавычки. Делается это для того, чтобы, во-первых, вы смогли это все найти на странице, во-вторых, чтобы это не было сходу вырезано, закодировано системой фильтрации. И если мы добавляем просто слово, то оно проходит, и мы видим, оп, отобразилось. Значит, предпосылки к XSS есть. Можно здесь же внизу посмотреть, как добавился код наш, как это все выглядит. Здесь уже посложнее. Здесь уже именно с точки зрения вызова, процедуры и все прочее. Но нам это пока не интересно. Дальше. Нажимаем на Try Again. И возвращаемся на первоначальное окно с вами. Видим, как мы уже сказали, теоретически присутствует отображаемое. Это Reflected XSS. Здесь я уже забегая вперед расскажу, но если она отобразилась, значит Reflected XSS. Вероятнее всего она есть. Наши данные на сервере не сохранились. Если я страничку обновлю, и как бы мы нажали, когда Try Again, она вернулась, никаких данных, то, что я вводил, не сохранилось. Ввиду этого, это Reflected и обрабатывается только на стороне пользователя. Для того, чтобы понять и убедиться в том, что у нас есть, нет фильтра... у нас есть фильтрация или нет фильтрации, и есть ли какая-то замена символов, да, здесь возможно, кроме того, что у нас, допустим, квадрат-треугольная скобка, она может меняться на какой-то другой символ. Она может пропускаться вперед, но каким-то другим символом заменяться. Или просто отфильтровываться целиком. Для того, чтобы понять, сработает, не сработает, можно использовать наиболее простую, самую распространенную строку. Самая распространенная строка выглядит у нас как... так, а я его воткнул уже, наверное. Нет, пока не воткнул. Напишу, смотрите. Самая распространенная строка у нас выглядит как двойная кавычка, треугольная скобка, закрывает у нас, открывает, и после этого идет слово скрипт, которое я вам говорил, ну, можно большими, можно маленькими, которое я вам говорил о том, что нужно его запомнить, закрывающая треугольная скобка, потом идет alert, alert у нас идет, круглые скобки, единичка. Единичка это то, что у нас будет присутствовать в выводе скрипт. И все, мы закрыли. Получается, если вот это срабатывает, безобидная строка, да, вывода пользователя, то, соответственно, мы можем развивать дальше атаку. Она просто выводит сообщение единичку. Стоит отметить, что не всегда и стоит использовать
угловую скобку в начале, да, там и кавычку, но они, в принципе, нам не мешают. Но скрипт поисковый, в который мы вводим, он может реагировать на определенные теги. В том числе он может реагировать на теги скрипт или там на алерты он может реагировать и просто вот это полностью отфильтровывать. Но таким образом, когда вы это введете, вы можете уже посмотреть, что фильтрует, что не фильтрует. И если у нас алерт фильтруется, то это не будет включено в нашу страницу. Вот сюда не будет выведено, да, к примеру. Делаем try again. Иногда бывает, кстати, что вырезаются любые символы после закрывающей скобки. Иногда после вот такой комбинации вырезается все закрывающего тега и сам тег. Это самая простейшая фильтрация. В этом случае наш скрипт отрабатывать не будет. Для того, чтобы... И, кстати, в XSS и вообще в веб-уязвимостях есть такая штука, как неожиданные комбинации, неожиданные символы. Интересный термин в плане того, что вы должны удивить, грубо говоря, WAF или систему фильтрации, которая у вас будет, для того, чтобы она пропустила и не поняла. То есть там можно сделать комбинацию в комбинации, в комбинации, в комбинации. И часть из этого кода будет просто уткой, да, а внутри будет какой-то код. Можно кодировать в Base64 такую строку. Браузер раскодирует, а вот WAF может не раскодировать. И можете в ASCII символах передавать пробелы там и все прочие вещи можно кодировать, как мы уже с вами разговаривали, через там процент указывать 20 пробел у нас. Вот. Но при этом IPS и IDS, вот у меня почистилось, не сохранилось, вряд ли будут ожидать такую комбинацию внутри этих скобок. Поэтому мы должны его убедить и показать, что чтобы он понял, что ничего вредоносного нет. Смотрите, я пока рассказывал, я ввел треугольные скобки, otus, и сделал поиск. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь нет никаких результатов, здесь просто пробел, точка и все. Надо посмотреть, что у нас стало на странице. Смотрим view frame source. Смотрите. Наши данные на странице есть, результатов вот, sorry, no results, found. Почему otus? Потому что если была большая страница, вы замаетесь искать. Так вы жамкаете Ctrl-F, вбиваете otus и просто ищете. То есть на странице он у нас есть. Браузер воспринимает в качестве тега треугольные скобки и как техническую некую информацию, составляющую страницы, поэтому у нас это не отобразилось, в код не добавилось. Можно сразу усложнить строку, добавить различные символы и посмотреть, как они фильтруются. Смотрите, у нас есть try again, делаем, и делаем, к примеру, мы не будем сейчас, треугольные скобки мы увидели, они у нас фильтруются, ой, не фильтруются, в смысле воспринимаются в тексте как часть веб-страницы и не выводятся пользователи. Мы можем здесь указать, что это те символы, на которые проверяется в самом начале. Кстати, мы уже сидим долго, поэтому давайте еще минут 20. Я хотя бы пару игрушек сделаем с вами. Погнали. Восклицательный знак, вопросительный знак, кавычка одинарная, кавычка двойная, двоеточие. Так, это не тот символ. Двоеточие, точка с запятой, тире, потом у нас, что еще идет, треугольная скобка, справа и левая, потом у нас имперсант идет, потом у нас танч, круглые такие скобки, квадратные скобки. Да что? Квадратные скобки. Это минимальный набор. Мы можем это нажать.
и посмотреть, что он у нас воспринял, что он у нас не воспринял. Фильтрации как таковой нет. Смотрите, все, что мы ввели, оно у нас залетело на страницу. Дальше мы можем делать что? Мы можем... Ну и, кстати, если вы обратите внимание, вот здесь вот все, что я вводил, оно попадает в адресную строку и втыкается после значка, после символа равно. Вот это вот все идет от сервера, вот это все обрабатывается и показывается пользователю конкретно. Идем дальше. Так, мы можем усложнить. Мы вводили с вами скрипт. А, да, я ввел скрипт alert 1.1. Мы можем здесь закрывашку сделать. Ну вот, собственно. Это простой скрипт на тестирование всплывающих. Я не убрал здесь, смотрите, не убрал двоеточие, не убрал треугольную скобку. Я сделал просто скрипт, тег скрипт, после этого alert. Alert, единичка в скобочках и закрывающий скрипт. Это у нас полноценный скрипт, который выводит у нас окошко. Смотрите, я нажимаю Enter, вижу здесь единичку. Окей, но мы же ввели это не в поисковую строку, то есть способов манипуляции несколько. Если вы видите вот здесь ваш ввод, который вы хотите, вы можете играть здесь. Если вы хотите, можете играть здесь. Появится то же самое. Деструктивных действий скрипт не наносит. Это второй этап. То есть, смотрите, первый этап. Мы смотрим, находим текст, который у нас выводится на страницу. Второй. Тестируем на символы, которые фильтруются или не фильтруются. Третье. Тестируем обычным скриптом. То есть мы как раз таки выводим саму уязвимость. Да? Если... А нет, смотрите, вторая, первая, это мы ищем строку ввода. Да, все правильно, я себе план накидал и сбился. Первое, ищем строку ввода. Второе, тестируем фильтруемые символы и сам скрипт. Если они не фильтруются и не меняются, у нас тут же идет эксплуатация, как у меня в данном случае, вот окошко. Давайте я вам скину, чтобы вы не мучились, не набирали. Это рабочая штука. Попробуйте с разными с вариациями на странице, попробуйте, как это все выводится и показывается. В Matilda все это есть. Сейчас дойдем до туда еще. Дальше. Третий этап, когда у вас вот это не отрабатывает, он возникает как раз, когда есть фильтрация. Когда вы фильтруете, начинаете подбирать какие-то методы обхода этого фильтрации или замены символов. Это третий этап. Если фильтрации нет, то XSS отрабатывается в два этапа. Найти ввод, найти кусок текста на странице. И второе, уже внедрить свой код на страницу, чтобы она что-то сделала. Дальше. Стоит заметить, что данные, вводимые пользователем, не всегда добавляются просто в исходный код. Они довольно часто добавляются к тегам в качестве всяких атрибутов, которые я говорил до этого. Вот эти вот сложные атрибуты, вам проще искать в них тем же Ctrl-F. Да? Вы что-то ввели, получили кашу вот такую вот, и там начинаете искать уже, что у вас где есть, где у вас прилегло все это дело. Сейчас мы сюда не полезем, нам это пока не интересно. Давайте погоним на следующий этап. И, кстати, как я уже сказал в других частях, про то, что пользовательские данные могут добавляться в теги и в атрибуты, которые будут мешать нам выполнять скрипт. И тогда нам нужно будет выходить за их пределы. Погнали дальше, будем смотреть на следующем левеле. Левел 2. То, что я вам говорил. Это гостевая книга. Ну и, кстати, забыл сказать, что каждый браузер, он рассматривает по-своему. Есть функция в Mozilla, по-моему. Mozilla в Internet Explorer, в Chrome у нас нету, там свойства разработчика. Есть такая штука, как исследовать элемент, и Mozilla грешит особо этим.
она может искажать исходный код. Если вы добавили в скрипт какой-то свой код, да, и он есть на страничке, вот так, нет, ну где-то вот здесь вот он есть, да, ваш код вот здесь вот добавлен, но он вам покажет, он не выполняется браузером, но при этом исследовать элемент покажет, что все норм, что строка работает как составная часть, ну, он не покажет какие-то теги, к примеру. И вы подумаете, что фильтрации нет. И символы просто увидите, да, здесь могут быть скобки, все прочее, но при этом отрабатывать это не будет. Это искажение, это проблема. Поэтому, когда у вас возникает такая ситуация, можно посмотреть через бурб перехватываемые страницы, которые вы получаете обратно, в них уже посмотреть. Или смотреть в том же Chrome, или, допустим, как у меня Brave. По поводу слов, которые использовать при вводе, когда строку я указывал, да, там я вводил otus. Я, как уже говорил, не стоит использовать слово тест, не стоит использовать какие-то популярные слова у разрабов, можно использовать редкие слова, потому что иначе вы их не найдете. Разрабы любят слово тест и точно так же используют их, как и вы. На следующем уровне у нас здесь логически, я говорил, Reflected, отраженная, та, которая отрабатывает только в браузере. Это мы посмотрели предыдущее. Она отрабатывает в браузере. Это всем было понятно, я надеюсь. Она повторно у меня отработала. Вот смотрите. Делаю try again, search, что угодно. Она не сохранилась. Делаю скрипт. Она отработала один раз. Все. Больше она отрабатывать не будет. Она нехранимая. Это временная, рефлектит, отраженная. Да? Дальше, на следующем. Это уже пример хранимой. Это пример гостевой книги, социальной сети, что тут, не знаю. И тут мы можем сразу взять тот скрипт, который я вам отправил. Это классический page script. Делаем share status, нажали здесь. И что мы увидели? Мы ничего не увидели. Здесь пусто. Давайте посмотрим исходный код фрейма. Начнем. Мы нашли поле ввода, нашли, ввели его. Здесь ничего не отобразилось у нас. Можно сделать вот так. Видим, отображение есть. Вводим скрипт. Отображения нет. Смотрим. Но, наверное, здесь что-то фильтруется. Так. Ну, разобраться здесь будет нам... Так, а подождите. А, да, она у нас осталась. Если мы смотрим исходный код, то здесь наш стандартный подход не подходит, потому что текста довольно много, разбираться в нем довольно долго. И так как это все JavaScript, а мы в нем не разбираемся с вами, да, на уровне программиста, разобраться с коду и найти что, где здесь, как, будет достаточно сложно. Но, смотрите, я не зря говорил. Ну, вот здесь кто-то из вас, если разобрался, то молодец. Если нет, то идем дальше. Смотрите, некая подсказка у нас здесь идет. Вот странная ерунда. Смотрите, некая подсказка. Здесь идет текст. Это какой-то статус сообщения. Идет текст. Пробел, обычный текст, и дальше смотрим. Здесь, во-первых, есть курсив, а во-вторых, есть цвет, выделенный. Это получается у нас текст, выделенный некими тегами. То есть мы можем посмотреть сразу, мы можем сделать сообщение. Смотрите, вы не спите еще там? Дайте мне обратку некую, чтобы я как-то откорректировал. Закругляться, не закругляться, продвигать дальше или показать. Не спит или отлично. Тег классический H1. Здесь у нас жирное сообщение. Не спите, отлично. И закрываем его. H1. Закрываем H1. Что делаем дальше? Видим, что да, теги-то работают. Теги-то у нас отрабатывают. У нас не фильтруются теги в сообщении. И да, они отфильтровали тег скрипт. Мы увидели, что тег скрипт у нас не отработал, и как бы, ну и бог с ним, у нас есть другие.
У нас есть такая вещь, как обработчик событий. Наверное, у нас, Илья, ты в курсе, что есть обработчики событий. Начиная с 4-й версии HTML, они появились у нас в HTML, и мы можем добавлять небольшие скрипты непосредственно в сами теги. И эти скрипты будут обрабатываться и выполняться. Наиболее частым, и, кстати, это вам в копилку, если первый идет у нас скрипт alert, отправляю еще раз. Второй у нас, сейчас пока следующий отправлю. Второй у нас идет тег image. Наиболее часто популярный используемый тег – это image, вызов изображения, и обработчик событий onError. On error, on mouse, on click, on move и прочие, 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 прочие такие штуки. Как это выглядит? Смотрите, вводим точно такую же штуку. Вот он пошел, image, любимый. Абсолютно безобидный. Он у нас, скорее всего, не фильтруется. Хотя параноидальные конторы фильтруют. Image, потом нужно... Указали тег image, после этого нам нужно указать source, откуда мы загружаем image. Здесь у нас идет, да, хоть что. Дальше мы указываем on error. После этого ставим равно, двойные кавычки, и указываем alert. То есть мы слегка модифицировали предыдущий alert. Тег image. Сурс, произвольный сурс. Почему произвольный и почему он такой? Почему я не указал там живой какой-нибудь на вот этот, допустим, да, вот сюда не вставил его и не указал? Потому что нам здесь нужен несуществующий сурс, тот, который заведомо будет неверный. И если браузер его не обнаружит, этот сурс, он на ошибке сделает действие. С оператор, с обработчик событий on error сделает, запустит после этого, в случае ошибки загрузки изображения, запустит alert 1. Давайте посмотрим. Бамс. Что мы здесь видим? Всплывающее окно у нас появилось с единичкой. Я указал alert. Смотрите. Ай, это удалить я могу, интересно. Да что? Удалить могу сообщение. Ай-яй-яй, набирать придется заново. Окей. Clear. Так. Давайте еще раз. Image src. Image, src, двойные кавычки. Хорошо, теперь сделаем, посмотрим, что будет, если я воткну ссылку на реальный какой-то файл, да. После этого on error равно двойные кавычки, alert, скобка, единичка. Копирую на всякий случай. Здесь сделаем share status. Все, смотрите, картинка у нас появилась. Мы добавили картинку существующую с этой же страницы. Никакого всплывающего окна нет. Это дорабатываем ее обратно, чтобы она у нас отрабатывала. Здесь мы делаем пам-пам-пам, share status. Видим незагруженную картинку, видим всплывающую ошибку. Вот это ссылка вам на рабочий скрипт. Причем нам не обязательно указывать здесь теги image. У нас, смотрите, агрится система Web Application Firewall или там фильтрация, может у нас напрямую на то, что мы написали. Мы можем искажать скрипт, как мы хотим. Мы можем делать вот так вот. Мы можем делать решетку здесь ставить, к примеру, текст никакой не ставить. Произвольной строки у нас не будет, но браузер это все отработает. Можем сделать еще после добавить какой-либо текст. Вот здесь, к примеру, вот так вот. Share status. Текст у нас не появился.
Но еще раз мы рассмотрим ссылку. Хорошо. Еще раз рассмотрим ссылку. Он у нас, смотрите, бессмысленные атрибуты, которые нам помогут обойти. С какой целью это можно использовать? А, это ты торопишься. Сейчас посмотрим дальше. Пока мы просто понимаем, для чего и где у нас это все. Если... Ну, забежал так вперед, у меня аж потерялся. Бессмысленные атрибуты мы можем использовать для обхода WAF, для обхода какой-то детектирования какого-то. Дальше, смотрите, чистим посты. Чистим строку. Если мы сделаем вот так снова, не сработавшая картинка у нас бросается в глаза. Просто использовать это можем с какой целью? Вот эта ссылка, которую я сейчас делаю, да, она может вместо алерта выводить куки, к примеру, выгружать куки на какой-то портал, на какой-то сервис злоумышленника. Единственный минус тут в том, что нужно арендовать сервер. Дальше смотрите. Картинка наша смущает пользователя, потому что ну, и она будет отрабатывать каждый раз вот это всплывающее окошко, когда вы добавляете какой-то пост. То есть любой зашедший сюда и на странице есть? Нет, не надо, смотрите, никуда не надо переходить. Вот вы открыли книгу гостевую. Здесь это сообщение. При открытии, ну блин, вот я нажимаю Go и ок. То есть это сторит у нас сохраненная. Она отработает при загрузке этой страницы. Она будет отработана у пользователя. Потому что сама страница обнаружит ошибку, что она не может загрузить image, и после этого сделает какие-то действия с браузером пользователя. В этом и опасность. Пользователю ничего не нужно делать. Пользователь просто зайдет, получит сразу XSS уязвимость и уйдет. То есть потеряет куки или браузер целиком. Смотрите, точно так же. Ввожу любое сообщение, получаю XSS, потому что происходит перерисовка. Страничка перерисовывается. И он каждый раз загружает. Давайте почистим. Что мы можем сделать, чтобы у нас получилось... Все запомнили, что картинка крупная. Вот, смотрите, картинка крупная. Что это нам мешает делать? Как мы можем это обфусцировать и как мы это можем убрать, чтобы пользователь не заметил? Добавляем нашу ссылку. Ну, что-то мне не нравится вот эта штука. Давайте вот это вот возьмем. Из чата то, что я вам отправлял. Я отправлял с нормальной ссылкой. Я ее почищу, сделаю здесь вот так. On error. И что мы добавим? Мы добавим просто атрибут. Да, Илья, правильно. Мы сделаем атрибут, который будет у нас вид. Равно одинарная кавычка 0. И ширина, высота, в общем, теги, которые у нас отвечают за размер изображения, равно одиночные кавычки 0. Делаем ок. Здесь маленький пиксель видим, и при этом у нас XSS отработало. Но один пиксель-то все равно видно, и та же Mozilla или Chrome, они заметны. Один чистим. Небольшая точка будет все равно заметна. Можно скрыть это текстом. То есть вы пишете текст, вот такие дела. К примеру, и я скопировал. Оп, это alert 2 у нас, да, к примеру. И делаем вот так. Вот смотрите, на картинке этого незаметно, на странице текст как текст. Но при этом, если обновить страничку, у нас снова отрабатывает, двойка вываливается. Я сделал. Смотрим. Хоп, в чат. Чат я скину потом. Не обязательно ограничиваться, как я сказал, уже оператором, атрибутом, вернее, on error. Есть еще атрибуты, которые мы с вами смотрели. Атрибуты называются у нас в том же image теги можно обрабатывать on load. On load и on error.
чем разница? В том, что onError отработает, когда картинка не загрузилась, а onload отработает наоборот, когда картинка загрузилась. То есть можно не париться, можно сюда воткнуть вот так и сделать onload. Эй. Алерта нет, картинка, потому что у нас не загрузилась. Сделаем onload. Понятно пока вам? Пока вам понятно? Отлично, Илья. Ну, я за тебя не переживаю, потому что ты разобрался уже. Смотрим. Окей. Картинка. А, блин, я же сделал там с одним пикселем размер маленький. Картинка поэтому есть, но она у нас минимальная. Дальше смотрим. Ну, понятно или еще раз показать? Допустим, если мы действительно хотим загрузить картинку, мы просто удаляем вот это вот, размеры, и делаем вот так. Картинка подгружается. Ну да, безусловно. При этом, чтобы у пользователя не было желания тыкнуть на нее, да, она просто погрузилась. Аватарка или что-то еще, но аватарку вы, скорее всего, не засунете. Дальше. Когда мы выбираем себе обработчик событий, и в данном случае onError, onload, это обработчики событий, нам нужно выбирать те, которые не требуют от пользователя дополнительных усилий. То есть нам не нужно, чтобы он делал что-то для запуска нашего скрипта. Не нужно нам его было уговаривать, обхаживать, прикладывать всякие картинки и плюс париться, что он сделает это как-то правильно, неправильно. Помимо тега image можно использовать iframe. Iframe мы с вами уже смотрели на, сейчас покажу, на презентажке. Там, где было сложно. Там, где было сложно, нудно и, кстати, скрипт, это тот, который мы с вами с алертом попробовали. Здесь вот сам код user input. Image. Вот image src onError alert. Это та строка, которую я вам сказал. Но только эта строка здесь. Потому что email комментарий применяется с закрывающим тегом. Да, она закрывает комментарий. После этого у нас работает уже image и alert. То есть вы чувствуете, что есть некий набор базовый тегов, которые не обязательно разбираться. Да? Есть URL-атрибуты стандартные, которые я уже использовал для простейших показаний. Да, это скрипт. Дальше мы сейчас посмотрим с вами iframe. И погнали. Там есть все остальное. Href есть. iframe. Смотрим iframe. Тег iframe. Сделаем это так. На той же странице это у нас хранимые. А давайте почистим. У меня еще пара-тройка примеров, чтобы вам было более-менее понятно, и вы могли дома выполнить какие-то задачи. iframe src равно там, что у нас, одиночная, одинарная кавычка, hash какой-нибудь там, onload равно alert. Ну, alert, я думаю, вы запомните навсегда, и это, кстати, классика, поэтому его надо запомнить. iframe src, у нас загрузится наш iframe. В чем суть? Вот эта вот штука вся. Вот эта вот штука вся. Это как раз таки и есть наш iframe. И мы его сюда просто загружаем. На страницу загрузили страницу еще раз. Здесь у нас применяется, можем посмотреть, кстати, вот здесь вот iframe и найти... Просмотр кода помогает нам, чтобы искать какие-то кривые теги или теги, которые можно использовать. Вот здесь getframe, html, скрипт, src, у нас картинки, js пошли. А, это static post store, дальше. Вот image source, то же самое, все. То есть браузер наш, он не посчитает внедрение чем-то левым. Мы можем сделать... Тег iframe интересен. Ну, кстати, да, здесь хинты есть, если вам интересно. Здесь есть хинт снизу. Я просто не могу прокрутить почему-то. У меня мешается... О, show.
Здесь нажимаем шоу, он показывает три хинта. И он как раз показывает, как мы можем, что мы можем делать. Написано, что уровень спонсируем буквами прописными, ой, да, курсивом I, M и G. И, то есть E, M, G and и атрибут on R. Но мы сейчас уже с вами iframe, on load попробовали. Смотрим дальше. Здесь нет фильтрации на все эти символы. Есть у нас не обязательно использовать iframe, да, в таком формате с unload. Мы можем использовать... не скопировал. Ладно, сейчас я укажу еще раз. Мы можем использовать iframe вообще проще гораздо. Мы можем указывать source и тут запускать Java свою какую-то. JavaScript. 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 Двоеточие. Alert. Alert. Ай, блин, зачем я здесь-то поставил? Сорян, тороплюсь. Единичка. После этого закрываем. Share status. Так, о, погнали. Я уже на странице наколбасил много инъекций, и при каждой перезагрузке страницы он мне втыкает мой код. Попробуем с чистого листа. Я почистил все, воткнул share status и увидел единичку. И увидел что-то на странице. Можно сделать всплывающее окно, мы получили результат, мы получили вот такую вот здесь вот дырку, да, без дополнительных каких-то обработчиков, без onload. Без имейджа, без всего, просто используем iframe. Точно так же мы можем использовать и href, который я уже показал, да, вам на презентации бегло. Href. Сейчас я это скопирую. Обычный тег, нашу ссылку, допустим, JavaScript, двоеточие, alert. Здесь укажем там 9, к примеру, да, чтобы было понятно, что что-то меняется в тексте. Здесь мы укажем сообщение. Здесь сделаем вот так. А. Оп, оп, оп. Вот это обычная ссылка, которая выдаст нам окошко по ссылке. Нажимаем на ссылку, выполняется скрипт. Сколько бы мы раз его не нажимали, все время на странице будет отрабатывать всплывающее окошко. Единственное, минусы пошли. Смотрите, мы сейчас потихоньку с вами усложняем. Суть в чем? Суть этой атаки в том, что если мы наведем вот сюда, в правом, в левом нижнем углу, будет увидеть, я увижу JavaScript, двоеточие, alert, 9 в скобочках. То есть copy link адрес, делаем вот сюда, видим alert 9. JavaScript он даже не копирует. Но если я сделаю в браузере так, он, конечно, не отработает. Браузер посчитает, что это что-то такое, и все. И отправит меня в поиск. Тем не менее, мы можем использовать ссылки, но при этом мы можем их изменять. Смотрите, как это возможно. Так, я возьму из чата сообщение, чтобы заново не набирать. А, блин, это же HREF. Ладно. А, я себе скопировал. Так, нет, не скопировал, к сожалению. Так, 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 подождите. Да, можем сделать вот так, смотрите. Мы можем сделать через HREF, через ссылку. Это самые простые теги. Кто сталкивался с HTML, он знает примерно их, хотя бы видел. Дальше сделаем там http yandex.ru, к примеру, да, yandex.ru. После этого сделаем on mouse over, on mouse over, правильно написал, делаем с точка, одинарная кавычка, alert. Здесь вводим девятку. После этого указываем здесь сообщение. Нет. Смотри, какая
ссылка. Закрываем. Слэш А. Копирую, чтобы не забыть. Share статус. Ссылка вам сюда. Наводим. Смотрите, когда мы что-то делаем здесь, когда мы крутим, можем сделать еще раз. Мы добавили. Ничего не появилось, не проэксплуатировалось. Пользователь, который придет сюда и откроет эту страничку, он увидит эту ссылку. И смотри, какая ссылка. Опа! Смотрите, внизу в левом нижнем углу https://yandex.ru. То есть ссылка ведет на... Она ведет на правильный наш ресурс. Яндекс.ру не вызывает подозрений. Но не работает почему-то. Но при этом мы видим, что у нас отрабатывает при каждом наведении, мы получаем всплывающий текст. Пользователь посмотрит, куда идет скрипт, но при этом перейти по ссылке не может. Мы можем доделать ссылку, чтобы он куда-то вел, но при этом отрабатывал еще наш XSS. То есть ссылка отработает, будет переход на Google, на нужные наши картинки, но XSS тоже отработает. Дальше. У нас обработчиков событий существует очень много. И нужно учитывать, что мы иногда несколько ограничены, опять же, фильтрацией, и наш пользовательский ввод может быть ограничен тегами типа включаться, вернее, в элемент input. Input и выглядеть это будет вот так. Input и погнали этот тег, а вот он input сам. Input, input type равно кавычки, текст. После этого пробел, value, кавычки, текст. А, ну там какое-нибудь сообщение. Вот. И вот эта штука нам не даст выбраться из этого контекста, да, и нам нужно придумывать пользовательские значения. Мы введем вот это, вот этот наш текст, мы введем вот здесь. К примеру, и он будет воткнут как тип текст, просто воткнут куда-то нам нужно. И здесь фильтруется, если у нас угловые скобки, то есть если я вот здесь попытаюсь в значении воткнуть, смотрите, беру просто то, что я набирал до этого, сообщение, если я здесь засуну свой код, ну вот этот вот, к примеру, то есть смотрите, я попытаюсь закрыть еще раз. Наше сообщение начинается от треугольных скобок и закрывается треугольными скобками. Я, чтобы закрыть, сделаю здесь вот такую кашу. Page and response. Wait. Что-то он крашнулся. Я закрою внутри этого тега сообщение, я закрою треугольной скобкой, и получится вот так. Но я могу закрыть еще вот так и там, допустим, какие-нибудь сообщения или ничего не писать. Тогда приложуха посчитает, что вот оно, сообщение, которое было раньше, а вот это отработает как... Да что ты? А вот это отработает как нам нужно. Но первоначально это выглядело у нас вот так. То есть вот этого не было. Мы вставляем это сюда, и если внутри вот этих вот кавычек у нас фильтруются спецсимволы типа треугольных скобок, выбраться отсюда мы не сможем. И непосредственные манипуляции, это уже идет безопасная разработка, когда разработчик сам должен понимать, что те места, куда вводит что-то пользователь, нужно фильтровать, нужно ограничивать и все прочее. Дальше. Можно... Когда вы спрашиваете, зачем это нужно, мы пересматриваем примитивные вещи. У нас примитивно это выход какого-то окошка, да, у нас, к примеру. И здесь можно попытаться собрать чувствительные данные жертвы, например, куки. Чувствительные данные жертвы – это куки, эксплуатируя XSS, уязвимость веб-сайта. Например, у нас это будет... Заготовленная ссылка. Так. Она у нас не отработает в таком формате.
Нам нужно, наверное, отработать это сейчас. Сейчас покажу, как это нам отработать нужно. А давайте я вам его дам, этот пример, чтобы вы провели это с Матильдая. Я вам его дам сейчас некой методичкой. И вы тогда сами все это проведете, и вам это будет полезно. Суть в чем? Сейчас объясню. Смотрите. У нас есть Матильдая у вас, в котором есть уязвимые страницы. Вам на Кали, то есть нам нужны две виртуалки. Кали и Матильдая. Вы меня слушаете? Не все спят еще. Матильдая. Отлично. Интересно сделать самим. Домашка у вас будет основная, и вот эту вот сделайте сами еще. Сейчас я вам прям дам пошаговую инструкцию, как это сделать. Нужно будет запустить Apache, потом в папке var www.html сделать log.php, сделать ссылку на него. Можете здесь, то есть это будет ссылка, которая... Так, где у нас HF-то? Вон. Ссылка будет на файлик. Вот эта вот ссылка. И при нажатии на нее пользователь будет переходить на какой-то сторонний ресурс, но при этом между делом будет сохраняться наша информация, нам нужная. У нас будет сохраняться куки, пользовательские куки будет сохраняться у вас в Кали. Пользователь будет переходить на Матильдая с гостевой книги. Или отсюда, неважно, где вы захотите воткнуть. Дальше. У нас есть DOM-based, но DOM-based это сложная штука. Давайте мы оставим это на следующее занятие. Пока так. У нас так сегодня 2 часа вышло. На следующем занятии тогда у нас будет DOM-based полностью с контекстом, со всей структурой DOM-based уязвимости. DOM-based. И вам XSS вы попробуете на, во-первых, это не входило в домашку, я вам ее, хотите, добавлю через портал официальный у вас будет. XSS Game пройти вторую, третью, смотрите, пытайтесь. Третья, это как раз таки там, по-моему, DOM-based. Если потыкаетесь, посмотрите, это неплохо. По XSS, по DOM... А, ну ладно, что я начал-то? Не буду рассказывать. И еще давайте я дам... Сейчас я вам запилю, во-первых, некий... домашку пошаговую, чтобы вы посмотрели, создали и пронаблюдали. Это раз. Дальше я дам перечень софтин, которые могут сканировать, которые могут помочь. Вот. Вы это выполните, и на рутме будет задание. У нас сегодня сложное задание, емкое, работа, вернее, сложная, емкая. На практике это вы быстро изучите. И дам еще, наверное, перечень всяких тегов, которые можно использовать, из которых можно выходить. Договорились? Вопросики давайте задавайте. Вопросики. Буду вас отпускать. Вопросов пока нет. Давайте я вам дам ссылку на опрос. У нас такое традиционное уже. Как писать эти скрипты? Какие скрипты? Консей. Конечно. Называются они пейлоды. Принято. Записываю себе. Первое. Пошаговая домашка. Ну, лаба, да, некая. Дальше. Список сканеров. Это я записываю себе, чтобы дать вам сейчас список сканеров, приложить к домашке. Список сканеров. Дальше у нас RootMe. Третье, четвертое у нас идет список пейлодов. Пейлоды,
полезная нагрузка, они же скрипты, они есть, и их пачками прям вообще можно перебирать, как хотите. Так, ссылка на опрос, нате, ссылку на опрос. Сейчас все будет. Я выложу видео, и пока видео срендерится, я выложу, буквально мне дайте 10 минут, я вам скидаю все это в кучку и посмотрим. Сейчас посмотрю домашка. В домашке у нас, да, эксплуатируем уязвимости XSS на целевой машине DWA. Можете проэксплуатировать, решит челлендж XSS Torrid. Это Bizon, скриншот прикладываем. И сейчас добью еще тоже в домашку. Все у нас актуально и все хватит. Как у вас настроение? Устали, не устали? Понятно, непонятно? Интересно, неинтересно? Еще 2 минутки у вас отниму. Вы там спите уже. Понятно, нужно пробовать, Илья. Ну, конечно, если ты девопс, то что? Ты на темной стороне силы. Ладно, коллеги. Идем в чатик. Сейчас догружу остатки. Пробелы в знаниях есть и у меня по Java, и по Python, и по C-Sharp, и по C++. Все это приобретается в процессе гугления. Я уже в чате в телеге, кстати, писал, если расплываться мысли по дереву, больше нужно разбираться в Linux и поверхностно, но все-таки понимать, отличать тег и там, сущности, entities всякие, HTML, это хотя бы поверхностно нужно понимать. И понимать наличие DOM-модели. Это тоже такая интересная штука. Ладно, все тогда на сегодня. Будем заканчивать. Со следующего урока мы продолжим. Я пишу себе DOM-based. Продолжим и запилим там еще остальные прикольные штуки. Ладно, рад был вас сегодня видеть. Всем спасибо огромное и пока-пока.